Внимание! Мы рады вас всех приветствовать на нашем 19-м турнире памяти Никодима Орлёва, нашего борца, нашего жителя села Корчак, нашего Беливана, кем все село гордится. Я хочу пригласить вместе с вами наши команды в этот зал. У нас на турнире присутствует и принимает участие 17 команд из разных регионов Республики Молдова, Республики Украина и Приднестровья. Давайте же пригласим аплодисментами наши команды в зал. Итак, мы включаем нашу команду. Команда входит судья республиканской категории Михаил Лупашко. Приветствуем команду города Кишинев. Команду города Тирасполь. Команду города Камрад. Ганга. Город Исмаил, Республика Украина. Город Чепелунга. Село Тамар. Хозяева села Ковчак. Лёва. Команда села Пешкио. Команда села Каменка, Украина. Наши соседи и команды города Терапия, Котовская, Кангас, Автормат, Чилишния и команда села Желтай. Добрый день, уважаемые участники. Мы рады вас приветствовать на нашем турнире. И очень приятно видеть столько команд и столько участников. На нашем турнире... Секундочку. На нашем турнире присутствуют официальные лица. Это примар села Корчак Горизан Олег Федорович. Консул Республики Болгария в Тараклии господин Марьянов Ангел. Отец Виталий, протоиерей Свято-Успенской церкви села Корчак. Заместитель начальника управления молодежи и спорта Гагаузии, чемпион мира по самбо Куру Петр Федорович. Начальник управления сельского хозяйства Тараклийского района, главный судья турнира Топал Иван Петрович. И, конечно же, сын Никодима Орлёва Сергей Никодимович. У нас на турнире присутствует судейская коллегия республиканской категории судей, судьи международной категории во главе с жителем села Ковчак Раевским Анатолием Владимировичем. Давайте поприветствуем. Он житель села Ковчак, он прописан в Ковчаке. Кишиневские только сейчас узнали об этом. Ну и, конечно, наши ветераны борьбы, наши жители села. И, конечно, главные действующие лица – это наши дети. Внимание! Общее построение, рапорт. Участники 19-го международного турнира, посвященные памяти Никодима Орлёва, для торжественного открытия построены. Рапортовал Буфаш. Вольно. 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 Внимание, уважаемые товарищи, дамы и господа. Гимн Республики Молдова.
гимн Гагаузии. Александровке, Болграде, Кальчево и других населенных пунктах
откуда постоянно возвращался с призами, а призы раньше, вы помните, живые бараны были. В 1958 году, уже на празднике Пасхи в селе Копчак, проходила незабываемая встреча, и его поколение очень хорошо помнят, известных борцов Орлёва Никодима и Юлиана Гули, который жил на севере Молдавии. Они, значит, велась упорнейшая борьба, длилась 45 минут. Вот мы сейчас не можем выдержать 2 минут. Все время меняем, думаем, сколько поставить, чтобы они отборолись дальше. А раньше боролись без отдыха, 45 минут. Оба спортсмена были награждены призами «Живой баран», потому что победителя не было, победили оба. 15 марта 1978 года нашего земляка Никодима Орлёва настигла трагическая участь. В память о замечательном человеке, самородке по вольной борьбе, было решено проводить турниры. Первый международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти земляка и Пелевана Никодима Орлёва, проходил 20-21 марта, раньше мы проводили по 3 дня турниры. В 98 году в турнире участвовали 18 команд Молдовы, Украины. Сегодня мы проводим 19-й уже турнир памяти Никодима Орлёва, который одним из инициаторов развития этой борьбы являются наши же уроженцы. Спасибо. Подождите, не выключайте видео. Прокрутим вперед. Вот вы на видео можете видеть наших ветеранов борьбы и Никодима Орлёва. А дальше у нас идет следующее поколение борцов. О тех борцах, которые говорил Федор Федорович, это наш Петя Янулов, чемпион мира среди студентов. И мы должны поаплодировать ему. Достойное продолжение Никодима Орлёва. Пожалуйста, он на пьедестале на чемпионате мира с молдавским флагом, и с гордостью мы гордимся, что мы, село Копчак, родило и воспитало такого парня. Большое спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово примару села Копчак. Ребят, повернитесь вот слово. Примару села Копчак Рязан Олегу Федоровичу. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости. Иван Ильич, главный судья. Я хочу поприветствовать всех с удовольствием на сегодня 19-м турнире. Борьба – это тот вид спорта, наверное, один из самых древних видов спорта на Земле. Если есть виды спорта, которые в олимпийской градации достаточно молодые, конькобежный спорт, наверное, саночный спорт, то борьба появилась вместе с зарождением человечества. Как только человек, мужчина, стал на ноги, он стал бороться, он стал показывать свой характер, он стал показывать свою целеустремленность. И, конечно же, этот прекрасный вид спорта у нас, копчаки, я очень рад, что он развивается и растет в нас. Я хочу поблагодарить наших прежде всего тренеров, наших учителей спорта. Я хочу вспомнить еще раз добрым словом нашего земляка Орлёва. Это большое дело. На таких примерах воспитывать не только мышцы, воспитывать не только силу, но прежде всего, конечно, надо воспитывать силу духа. Надо воспитывать силу можно только с книгой в руках. И Петя Янулов как раз тот пример, когда он на ковер шел с портфелем, в котором были не только борцовки, но и был учебник, была книга. Поэтому я желаю, чтобы вам всем, ребята, желаю, чтобы вы достигли знаний в борьбе таких же, как и в школе, и в остальных вещах. Ну, участникам, конечно, прежде всего, сегодня красивой борьбы, без травм. Я надеюсь, что вам у нас понравится. Тренерам всем поблагодарить за сегодняшний визит. 16 команд, нам очень приятно. Более 160 участников сегодня принимает Копчак. Я надеюсь, что все уйдут и уедут с Копчака с хорошим настроением. Спасибо. Спасибо, ребят. Я понимаю, что вам сейчас скучно стоять, вы хотите бороться.
но давайте немножко послушаем, а потом будем бороться. Договорились? И я хочу снова предоставить консулу Республики Болгария в Дараклии, господину Янкову, Маринкову Ангелу. Да, я прошу прощения. Уважаемые участники турнира, уважаемые мои домакины, уважаемые гости, я имею высокую честь поприветствовать вам на сегодняшнем спортивном празднике, причем с международным участием, которое устроен в селе Капчак. Как уже было сказано Олега Федоровича, борьба является одним из древнейших видов спорта. Он вырабатывает не только мышцы, но он вырабатывает психику. И подрастающая молодежь, он вырабатывает характер, и поэтому он имеет большое значение для развития личности. Борьба – это один из тех видов спорта, которые уже влились в национальной, в традиционной культуре нашего народа. И именно поэтому я как видел, уже когда прошел первый круг сегодняшнего турнира, уровень участников очень высокий, подготовка была жесткая, тренера вложили очень много. И я их хочу поблагодарить именно за их, за их заботу, за их работу в подрастающему поколению. Желаю успех всем участникам турнира и пусть победит самый лучший. Спасибо большое. Ребят, вы хотите быть чемпионами мира? Вы на экране видели одного чемпиона мира? Это Петю Янулова. А сейчас я хочу вам предоставить живого перед нами чемпиона мира Куру Петр Федорович. Пусть он расскажет, как надо, что надо делать, чтобы стать чемпионом мира. Уважаемые участники, уважаемые представители, уважаемые приматы Капчака, я с большой радостью приезжаю в Капчак уже неоднократно. Меня, по-моему, уже принимают как за своего здесь. И я хотел бы сделать замечание нашим участникам немножко, потому что Иван Костин уже третий раз просит тишины. Вы понимаете меня сейчас или не слышите, ребята? Все просят тишины. Тяжело говорить, когда кто-то болтает. Спорт – это прежде всего дисциплина, а вы пока немножко не уравниваетесь. Это говорит о том, что вы или терпеливы, или ждете реванш, хотите бороться. Я понимаю, что это так должно быть, но надо немножко быть терпеливым. И спорт – это прежде всего терпение. Кто-то торопится, обязательно проиграет. Кто-то не готовится, кто-то не выполняет задание тренера, тоже проиграет, чтобы вы знали. Это в частности. Но я хочу вам сказать, что для участников, те, которые сегодня стоят в строю, и те, кто выбрал борьбу, вы на правильном пути, потому что вся наша жизнь – это борьба. Олег Федорович правильно сказал, что есть половые виды спорта, где недавно начали проводить соревнования. Но борьба была одним из самых первых спортивных мероприятий на Олимпийских играх. Наряду с таким видом спорта, как бокс, метание, борьба. Всего 4 вида и бег. Всего 4 вида было включено на Олимпийские игры. И один из них – это борьба. И те, кто сегодня выбрал борьбу, вы на правильном пути. Борьба вам поможет в жизни и в дальнейшем, не только становиться как мужчинами, не только как работниками какими-то определенными, но вам поможет в жизни в любой тяжелой ситуации. Все не проходит даром, чтобы вы знали. Я вас поздравляю, те, кто выбрал борьбу. На будущее у вас отдел хороший, у вас прекрасные тренера. Сегодня очень много участников. Есть кем побороться, есть кому показать свою технику. А именно на таких турнирах вы показываете, чему вас учат тренера. И вы здесь пробуете свои первые силы. Я рад за вас, я вас поздравляю. И пусть сегодня вы будете сильнейшие. Еще раз говорю, вам терпение, ребята, осталось немало. Спасибо большое. Слово предоставляется главному судье турнира Ивану Петровичу Топалу, начальник управления сельского хозяйства Дараклийского района. Спортсмены, тренера, приглашенные, я искренне рад, что присутствую сегодня в качестве главного судьи в этот день на этом турнире. Счастлив, что знал
Никодима Орлеоглу с детства. Он приходил к нам в гости. Я, будем говорить, рос на его глазах. И это был сильный от природы человек, справедливый. У него чувство справедливости было прежде всего. Дисциплина и справедливость, может быть, даже это сыграло роковую роль в его жизни. Это мое личное мнение. И мне приятно, что в этом селе, в одном, где я вырос, растет молодежь, достойная всех предыдущих поколений. Здесь уверен, что есть будущие чемпионы в этом зале. Не только Скопчака, но среди приглашенных участников сегодняшнего турнира. Хочу пожелать без травм провести с этого мероприятия победителям, конечно, заслуженные победы, а вот те, которые сегодня немножко не повезет, самое главное, не отчаивайтесь. Это не проигрыш, это всего лишь начало, да. Следующая ступенька будет обязательно. Проигрыш только у тех, кто не хочет участвовать в спорте, не любит спорт и не старается, не занимается этим. Вот это обязательно себе зарубите на носу. Потому что без целеустремленности, без твердости характера, без дисциплины ничего в жизни не добиваешься. Ни в бизнесе, ни в учебе, ни во всем остальном. Еще раз самыми наилучшими пожеланиями и пусть победит сильнейший. Ребят, и по сложившейся традиции села Копчак, самыми верными словами напутствия к нам обращается протоиерей Свято-Успенской церкви села Копчак, отец Виталий. Дорогие ребята, участники этого турнира, дорогие высокие гости, жюри, все те, которые мы тут собрались, чтобы видеть этих молодых людей, для нас сегодня есть возможность не просто представить себя в силе, попробовать выиграть, занять какое-то место. И это не просто сегодня даже возможность проигравшему сказать, что он получил опыт, хотя это имеет огромнейшее значение. Сам турнир, он собирает нас под эгидой имен многих людей, которые тут были упомянуты, в частности, самого главного героя, который был очень великим человеком по духу, который мог побеждать, во-первых, в своем сердце, в свою лень, все то, что мешало ему предстать перед людьми. И сегодня для вас это возможность, может быть, вспомнить и многих других героев, и поставить себе как задачу, чтобы изучить их жизнь, увидеть, что ковер, борьба, спорт в целом, она закаляет людей. И после того, когда заканчивается спортивная карьера, люди становятся большими. Во многом тот характер, который они приобрели на ковре, он нужен потом во всех отраслях их жизни. В семье, как сосед, как друг, как отец. Потому что вся жизнь – это борьба за доброе дело. Очень важно, чтобы вы имели сегодня не киношных героев и не увлекались всем тем, что порой чего достичь нельзя. Станьте сегодня героями своего времени и несите в своем сердце имена тех людей, которые поверили, что после их жизни станут другие люди, которые будут вести честную жизнь на ковре и в целом жизни. Это очень важно. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы видеть вас. И сегодня мы полагаем вместе с вами веру в вашу силу души. Это важно. Напоминаю, что готовимся все сейчас к важному празднику, духовному Рождеству Христову. Пожалуйста, будьте достойными, чтобы свое сердце было чистым для Бога. Бог вам помощь
и чтобы это была победа у всех вас в душе. Спасибо. Спасибо большое. На этом наша торжественная часть подходит к концу. Сейчас, внимание команды, все направо. Мы сейчас провожаем эту сторону, начиная с алтаря. Пожалуйста, можете. Виталий Иванович, команды выводим и вы за ними. А мы аплодисментами их проведем и будем ждать их на ковре. Продолжение нашего турнира будет через час. Сейчас пауза, чтобы дети пообедали. И через час продолжение борьбы. Стоп, время. После первого минута счет сладки 10-4. Победу одержал за последние дети. Послали вам, дорогие. Слабко на душе выигрывал Фильмёвный Николай. Чердарь Иван Копчак. На ковер приглашается
Ангельчев Владимир Копчак, Бразин Владислав, Тирасполь. После них готовится вес 65 килограмм. Ангельчев Виктор Копчак, Кустуров Дмитрий, Лёва. Вот, после первого
счет схватки 6-3. Выигрывает борец красным углом. Четыре.